Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала. Играет и комментирует для вас Луцкий Александр. Мы продолжаем смотреть FIFA 16 демо. И в этом видео мы сыграем с женскими сборными. Покажу вам это нововведение от Electronic Arts. И, наверное, сыграем в этот раз на, во-первых, гостях, а во-вторых, на мировом классе, потому что я не хотел бы снова возни в центре поля. Итак, женщины. Сыграю я за сборную Германии против, естественно, сборной Соединенных Штатов. Других тут нет. Кстати, Германия по статам хуже, судя по всему. Ну ладно. Теперь сыграем за худшую команду. В красненьком будем, почему нет? Так, параметры игры. Ну давайте поставим все-таки мировой класс. Я думаю, так будет полегче именно играть в атаке. Посмотрим, как в защите. А с остальным все без изменений. Ну что, поехали. Выбор сторон, все, да, все. По расстановке и всему остальному ничего не буду делать. Так, опять та же самая тренировка нам выпадает. Смотрите, какая техника у дамы. Это я вам скажу, блин, не хухры-мухры. Хитарян отдыхает. Ладно, поехали. Почему Хитарян? Смотрите первое видео. Там я им проходил ту же самую полосу препятствий. Стадион надо было, наверное, поменять, чтобы посмотреть Сантьяго Бернабео, допустим. Ну да ладно. И так пойдет. Ну сразу заметили, да, что волосы живые, если так можно сказать. В общем, они шевелятся, ребята. Что уже само по себе круто. Фифа-то. Когда такое было? Но смешновато, конечно, выглядят девушки. Получается, играем в гостях. Стадион весь за Соединенные Штаты. Ну что, гимны? Я их, наверное, пропущу, мало ли. С этим Ютубом. Ну и лучшие игроки. Ну что, поехали. Мировой класс, напомню, стоит. Сыграем направо. Так. Ох, техника совершенно другая у них после Боруссии, вот серьезно. О, зато умеют вот так вот. Это круто, конечно. Так, а забегание будет по флангу? Видимо, нет. Ох, как болеют-то. Ты посмотри. За Америку. Но мяч пока у Германии, у нас Шмидт. Да, техника. Это хорошо, что они сделали немножко другую у женщин технику. Ох ты. Перехват какой. Хотя пас, казалось бы, да? На ход. О, нет, не туда пас. Хотел в центр отдать, получилось на фланг. Ничего, бывает. Запрессинговали, хорошо. И ну куда что убежала подруга. Это нарушение. Удар по ноге. Ну, ты чувствуешь, что ты управляешь женщинами. Серьезно. То есть... Такая техника своеобразная у них. Владение мячом. А, поп. Давай. Ну-ка, дриблинг. Опа! Но медленный дриблинг. Я уже об этом говорил в прошлом видео. Так просто на финтах не уйти теперь. Одним игроком, да? Кто любил побегать. Мы снова прижимаем соперника на его половине поля, но от этого ни холодно, ни жарко. То есть моментов не создаем особо. Мячом они владеют постоянно. Вот, может быть, момент. На фланг пробросила, но тут корпус. Кемме. Надо больше переводов, может быть. Ну-ка, на другой фланг. И подбор. Ну, сразу по... Ох, как отпустила далеко. Эх. Корпусом, корпусом бороться. Нарушение правил было. Да, судья все-таки остановил игру. Остановила. Ну, или остановил судья, арбитр. Ох, там толкнули, между прочим. Вы видели штрафной? Толкнули. Судья не отреагировал. Пас на ход, Сашич. Дриблинг. Ничего не получается. Ничего не получается. Снова зажали в углу. Хорошо.
Ай-яй-яй-яй-яй. Рискованный пас. Еще один. Но вышли из обороны. И можно вперед. Да. На фланг снова. Пока мне как-то легче атаковать по флангам, честно говоря. По центру вообще сложно пройти. На таких уровнях сложности. Ах, надо было... Надо было забросиком, наверное. Хотя, хватило ли техники бы у нашей дамы такое сделать? Я не знаю. Не, ну центр просто перенасыщен, по-моему, у ботов. Как проходить, не знаю. Хэс. Но снова на фланге. Наши, по-моему, побыстрее немки, нет? На флангах. Постоянно обгоняем. Чтобы остановиться футболистом или футболисткой и так резко развернуться, это я вообще не знаю, что нужно теперь нажимать. То есть вообще возможно ли такое? Ой, контратака. Заброс за спину. Ой-ой-ой. Что будет момент? Нет, назад сыграли. Ну и хорошо. Прессинг, прессинг, прессинг. Ох, как в центре, да, разорвали здесь линию. Там наша защитница сместилась глубоко на фланг, перекрывая флангового, собственно, нападающего. Ах, ну-ка, головой выиграть. Здорово, подбор за нами. Ложный замах. Можно назад сыграть. И обратная передача. Но-но-но-но-но. Выход, выход, выход. Удар, штанга. Этот момент был неплохим, да? Продавили там корпусом. Я говорил про мировой класс. Тут будет полегче. Ну-ка, дальний удар. Ну, так себе, конечно. Дальний удар надо было применять за Боруссию больше. Не за женщин. У них обычно ударики слабенькие. Кто смотрел женский футбол по телевизору, я думаю, видели. Пару раз бывало, я попадал на это действо. Шевелится форма. Все очень круто. Вот волосы шевелятся. И все шевелится. Это замечательно. Так, у соперника ни одного удара по воротам. Ну, продолжаем. А если интересно перейти... Не, не важен результат, вы понимаете, да, сейчас хочется посмотреть разные аспекты игры. Давайте попробуем сейчас перейти в суператаку, я не знаю, там, мощный прессинг. Вот, допустим, суператака. Мощный прессинг. И командный прессинг. Ну-ка, как это будет работать? Митек. Все бегут в атаку, смотрите. Сами причем. Ну что, теперь мы должны диктовать свои условия. Хотя сборная Америки нам и ничего не диктовала, но они владели мячом чуть побольше времени. Подключение было неплохим, но в итоге у нас, смотрите, зоны стали возникать свободные у своих ворот. Тяжелее стало выходить через пас. И сейчас можем пропустить из-за этого. Вот прострельчик. Ну, по крайней мере, будет более открытый футбол. А то... Ох! Подарок вратаря. А то эта возня в центре, второй матч подряд, мне уже поднадоело. Ну-ка. Где ваше забегание, девочки? Вон забегание, вижу, вижу забегание. Забросик. Ух, приняла, ты посмотри. Тяжелый мяч какой взяла. В разрезик, ну отдай в разрезик. Ну что ж ты делаешь-то? Раньше вот ты когда корпусом перекрывал мяч, все, то есть мяч твой. Сейчас нет, они как-то успевают вынимать из-под тебя. Ой, здорово. Нет, не здорово. Заброс неточный. Все в одно касание разыграли, но этого не хватило. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, бороться, бороться, бороться. Снова перехват, хорошо. Прессинг работает, надо сказать. Успеть. Да, снова корпус, но тут не успеть. Сделаем замены, чтобы освежить игру. Давайте. Петерман. Есть у нас какой-нибудь атакующий игрок? Давайте вместо Поп. Просто мидтек не хочу менять. Хотя, ладно, давайте попробуем. Берингер. Такой есть, такие наушники есть, микрофон есть такой фирмы. Так, и опорного полузащитника выпустим тоже. Поехали.
Аут в пользу сборной США. Опять, кстати, замена на 69-й минуте. Это забавно. Ух ты. Разыграли на фланг, но... упустили в аут. Мы ее не видели там из-за рекламного щитка, но... так-то оно и было. Шмидт. А вот не открывалось. Из-за этого потеря. Ну-ка, подкаты. Я подкаты вообще пока не делал. Кстати, это был подкат сзади. Что решит арбитр? Красная карточка. Ну-ка, игроки пропадают или нет? Помните, как это было в FIFA 15? То есть игрок просто уходил с поля, он исчезал, когда ему красную давали. Ну, а тут... Долго спорит. И, если честно, я не думал, что подкат в итоге придется по ноге сзади. Жесткая дама, да? Ну и получается, что... она просто ушла и не показали как, да, с поля? Ну, по крайней мере, хотя бы нет такого, как раньше. Человек растворялся в пространстве, расщеплялся на атомы. Это хорошо. Вот сейчас девушка вышла, у нее татуировка, что ли, была на шее? Что-то похожее было, по-моему, нет? О, тот самый спрей. Баллончик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Что? Почему 11 метров? Или у женщин 11 метров до стенки? Я, может быть, не знаю правила женского футбола. Ну, вы видели 11 шагов? Ну, не знаю, может, метры как-то по-другому она считала там. По-своему. Но у нас тем временем нет защитника. Вес. Ого. По привычке я как в FIFA 15 встал на штангу, и это сработало. Да, у нас нет защитника, это, конечно, рискованно сейчас так играть. Давайте все-таки поставим кого-нибудь туда. Иначе у нас будут определенные проблемы. Вот, свежего опорника. Почему нет? Ну и вот так сделаем. Без центрального атакующего полузащитника будем играть. Ну что делать, придется чем-то жертвовать. Жертвовать. Ох, вот это да. По стилю Хави или Пирло, я не знаю. Нет, скорее Пирло. Правда, не точно. А прессинг у нас продолжает работать, напомню вам. Хоть и в десятером. Но сейчас у них есть свободная зона всегда, через которую можно выйти. Это позиция центрального атакующего полузащитника. Мы также все еще в суператаке. Так, спокойно. Навесик. Здорово, здорово. Ну, вперед, вперед, вперед. Пошла. Поп. Давай. На дриблинге. Подстраховочка хорошая. Включились опять трибуны. Брайан. Нет, корпус. Сразу в одно. Здорово. Ну что я могу сказать? У нас опять ничья. Теперь уже на мировом классе. И теперь мы будем играть дополнительное время. Мы в меньшинстве, напомню. Ну-ка, чикать умеешь? Умеет. Больше надо острых передач делать. Вот что я понял. Забегание неплохо. И забросик туда на фланг. На угол штрафной. Оп. Подуставшая. Ух, какой прострельчик. Ты смотри, как она пробросила. Раньше боты такого не делали. Снова поп. Развернулась. На фланг. На свеженькую. Ай, по центру никого. Вот видите, игрока не хватает сейчас. Ничего себе, это что за пас был? Это было забавно. Ну-ну-ну-ну, встречай. Фланг открыт.
на скорости. Подача, вратарь должен сыграть. Снова Поп. Лидер команды прямо у нас. Ведет игру. Небольшое нарушение правил. Ну-ка, пас вперед. Скидочку сможешь сделать? Нет. По крайней мере, была попытка. С разворота такие забросы делать все-таки не стоит. Если ты не Пирло. Если у тебя нет в команде Пирло. Ладно, скажу немножко по-другому. Ну что ж. Продолжаем. Похоже, опять все закончится серией пенальти. Вязкая, очень вязкая игра. Ого, задавила всех. Но нарушила. У нас 5 нарушений. У Соединенных Штатов всего лишь одно. Вынос. Да, в суператаке играть десятером, это, конечно, круто. Ну и в прессинге там. Ай. Какие-то неправильные тут передачи. Совершенно в другие, чем FIFA 15. Поэтому ошибки невынужденные постоянно. Ух ты, опять прокинула. Еще обыграла. Вот момент. Но удар, конечно, так себе. Вообще не точный. Перекрывает ближнего. Придется выносом играть. Почему же не туда? Почему же не ближний? Партнерша. Пас. Не пойму я. Ну-ка. Ух ты. А ведь могло залететь сейчас. За шиворот. Но это я так попробовал. Ради интереса. Ну, кажется, у нас пришло время серии пенальти. Первую я выиграл. Посмотрим, что будет здесь. Какая смешная вратарь. У Германии лицо смешное, вот серьезно. Миниатюрные они, конечно, такие все. Отличный удар. Заметил, что боты любят с остановкой бить. Прям вот обожают. О-хо-хо-хо-хо. Великолепный удар мимо. Тащи. Молодчинка. Под перекладину. Поп. Ну, Поп должна была забивать. Близко к центру. Рядом с девяткой. Но пенальти не изменились на самом деле. Но только сетка стала пореалистичней. Наверное. Ай, по центру бьет. Да ты посмотри на них, а. Ну что, по одной ошибке пока. По-прежнему. О'Райли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но мяч в воротах. Я не вижу фамилию. Эй, что происходит? Ладно, я забил в любом случае. Давай туда. Давай туда бей. Ну, по центру. Я так и думал. Я так и думал. Ладно, я так и думал. Опять я не вижу, кто бьет. Что происходит вообще? Надпись, пожалуйста. Исчезни. Смотрите, как долго появляется анимация фамилии. Табличек и так далее. Так, ладно. Американки не ошибаются пока. Ну, убирайся, табличка. А если бы я хотел по центру ударить, на самом деле. Опа, вторая ошибка.
у Америки. Нам нужно просто забить, и мы выиграли. И мы это делаем. Ну что, две серии пенальти из двух. FIFA 16 демо. Мы посмотрели женские сборные. У них совершенно другая физика. У них свои недостатки и свои преимущества, я не знаю. Судите сами. Мы посмотрели, еще раз повторюсь, женские сборные FIFA 16 демо. Увидимся в следующем видео, где будем играть в фуд-драфт и собирать команду. Всем пока.